Церемония открытия Национального дня княжества Монако прошла на территории выставочного комплекса «Экспо». В мероприятии участвовал князь Монако Альбер II и председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Основная тема павильона княжества Монако – взаимосвязь человека и природы и возможности установления новой модели устойчивой энергии посредством создания баланса между ними. Участие Монако на выставке «Экспо-2017» позволяет всему миру познакомиться с успешными разработками этой страны в области возобновляемых источников энергии. Мы придерживаемся одинаковых позиций по актуальным международным проблемам. Выражаю благодарность князю Альберту II за то, что он лично способствовал тому, чтобы павильон княжества был представлен на международной выставке. Княжество является надежным партнером Казахстана, с которым налажен открытый и регулярный диалог на всех уровнях между нашими главами государства, нашими правительствами и нашими деловыми сообществами. Мы занимаем близкие позиции по актуальным международным проблемам. В свою очередь, князь Монако отметил, что на него большое впечатление произвели планы Казахстана по реализации стратегии 2050 и переходу к зеленой экономике. Альберт II также сказал о созвучии темы выставки «Энергия будущего» направлением, по которым работает его страна в решении экологических проблем, включая последствия глобального потепления. Выставка «Астана Экспо-2017» дает почву для дальнейшего развития дружественных отношений между нашими странами. Нас объединяет общее стремление развивать зеленую экономику. Особенно хочу отметить задачу, которую поставил президент Нурсултан Назарбаев перед своим народом. К 2050 году достичь 50% показателя доли альтернативных источников энергии. Этот шаг заслуживает уважения, потому что Казахстан обладает богатыми природными ресурсами. Моя страна прикладывает все усилия для борьбы с проблемами глобального потепления климата. Некоторые разработки мы представляем на выставке. После официальной части на сцену поднялись участники международного циркового фестиваля «Монте-Карло». На праздник также приехал генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров, который стал спонсором разработки велосипеда на солнечных батареях, представленного в павильоне «Монако». Стоит отметить, что павильон княжества является одним из самых больших на Экспо – 750 квадратных метров. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.